Привет, я Илона Скаева, и это видео в поддержку проекта «Межсезонье» Александра Ханта. Учусь я у Марата Гацалова, и это моя история про первую любовь, наверное. Я думаю, что это все-таки была она. Значит, я училась в училище по классу фортепиано. На курс, кажется, старше меня, учился один парень, который был очень талантливым, загадочным, задумчивым. И он еще очень медленно говорил что-то вроде «Привет, все хорошо». Я думала, блин, какой он крутой. И играл он круто. Ну, мы часто с ним виделись в коридорах, пересекались и прочее. Но потом я узнала, что он так медленно разговаривает, не потому что он такой загадочный и задумчивый, а просто потому что он курил. И для меня навсегда как-то осталась ассоциация с первой любовью. Это этюд Шопена номер 23, ля минор, насколько я помню, потому что он постоянно его играл в классе номер 17. Там был единственный класс, в котором был рояль, и всегда оттуда доносились эти... звуки Шопена. В общем, когда я сейчас переслушаю, всегда возвращаюсь в то время. Вот. Спасибо.